Вот здесь, по-моему, какой-то школа, я не знаю, или что-то. Какое-то здание находится. Тоже посмотрите, как красиво под деревья. Голые. Но красиво смотрится. Из дома, кстати, я вышла, а у нас птички поют. Солнышко светит, и поют птички. Ощущение, как будто весна. Так было красиво. Я думаю, пойду в парк, поснимаю, там как птички поют. Тут вороны каркают. Тоже, конечно, красиво по-своему, но мне не очень. Это удобно, кстати, когда ворона каркает в лесу. Когда ты копошишься где-то, ворона к тебе уже привыкла, а там, допустим, в лесу где-то человек идет, и она тебе пытается сообщить, что кто-то идет. Много раз так замечала на даче. Там вот они тоже, кстати, птички что-то воду пьют, видимо. Не знаю, как птицы зимой живут. Снег едят, наверное. Без воды-то. У них горло не болит. Здесь так красиво, травка. Замерзла среди воды. Красиво. А там вода. Они там даже купаются в такой холод. У меня руки замерзают, невозможно. Они там купаются. Офигеть. Зимой. Они еще не моржи вдобавок. Офигеть. О, плескаются. Даже птицы купаются. Как красиво. Это выйдет отдельный ролик. А, там вода. Там ручьи даже. Там даже ручьи. А еще мурчат так. Птички. Там даже текила. А, это продолжает даже течь. Как красиво они. Купаются шикарно. Оказывается, тот лед. Нашла я источник жизни. Вот он такой источник, текет водопад здесь. Звук очень красивый. И, соответственно, там бутылка уже плавает. Воды много. Непонятно, куда она потом девается, эта вода. Что-то она не дотекает там дальше-то. Я думаю, ее уже прекратили. Но нет, она все еще текет. С этой стороны у нас танки. Там скачут дети. Сейчас посмотрим, получится у меня с той стороны заснять или нет. Если будут дети, тогда не буду снимать.
Нашла ледышечку. Не очень. Ой, блин, уронила. Ледяная она. Там детей очень много. Там тоже, короче, есть озеро в виде сердечка. Но там очень много детей, там лед. Они там прыгают, скачут. Вот здесь находится у нас тоже танк стоит. Вот они, танки, пушки. Там танк стандартный, пушка. А вот этот, кстати, мне нравится, прикольно. Такая машина. Ну, здесь вот лед уже образовался. Здесь, кстати, лягушки жили. Они, наверное, спать легли уже. Заморозились там. Дети скачут. Честно говоря, я бы не пустила своего ребенка сюда. Не дай бог, лед сломается. Ребенок намочится, заболеет. Дети скачут немножко. Здесь детская площадочка. Елочки такие красивые. Конечно, с первым снегом они красивее были бы. Но так тоже они очень красивые. Солнышко какое красивое. Я чувствую, никогда не уйду из этого парка. Смотрите, какая интересная елочка. С этой стороны у нее иголки голубые, а внизу зеленые. И ощущение, может быть, как будто бы солнышко так светит. Но нет. Вот солнышко светит. И тут, и тут. Тут, смотрите, зеленое, тут голубое. Очень красиво. Народ, такое бывает? Такая прикольная елочка в виде кустика. Такая кустовая. Пушистая, маленькая такая. Необычная. Такая прикольная. У нее маленьких шишек, кстати, много-много. Вот они, маленькие шишечки. Большие, видимо, уже собрали. Интересная какая. Я точно отсюда не уйду.